Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Из-за своей неизменной привлекательности они зачастую дают своим партнерам повод для ревности, но, как правило, это безосновательно. Они умеют отстоять свои взгляды, но стараются избегать конфликтов. Впадая в гнев, они зачастую становятся неуправляемыми, фанатично защищая свои взгляды и принципы, поэтому не стоит доводить их до точки кипения. Они очень хорошо относятся к детям и животным, склонны заботиться об окружающих. Из них получаются хорошие семьянины. Эти люди услужливые, заботливые, домоседы с огромным чувством ответственности за судьбу близких, чуткие, полные тепла, уравновешенные. Эти люди создают вокруг себя благожелательную, спокойную атмосферу. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. В любви чаще всего выбирают одного партнера на всю жизнь, но с трудом могут сохранить семью, если им приходится разделять бытовые трудности. Самой судьбой эти люди одарены чертами характера, которые способствуют выполнению их личной жизненной миссии. Эти личности чувствуют ответственность за своих близких, однако им не следует проявлять о них чрезмерную навязчивую заботу. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Человек способен наметить неприступную вершину, покорить ее и, не раздав всех интервью и автографов, отправиться на штурм новой, где ему ничего не знакомо. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.